Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Второй день подряд в городе дождливая погода. В связи с этим на улицах образовались лужи. За домом по улице Красная, 142, также должна была образоваться лужа. Ведь отмостка в этом месте просела. Но, как видите, здесь относительно сухо. А все потому, что сквозь трещину вода протекает в подвал дома. Я думаю, что любой маломальски грамотный строитель знает, чем это чревато. И на первый взгляд такая мелочь, как трещина в отмостке, может привести к глобальным разрушениям. Возле второго подъезда дома по улице Вострикова, 20, мы уже однажды были. Напомню, пару лет назад в это крыльцо въехал автомобиль и сломал ступеньку. Итак, прошли годы, но ступенька по-прежнему сломана. Я как-то шел здесь, запнулся об эту лесенку, упал и чуть в лоб себе не разбил. Те, кто живут во втором подъезде, к этому неудобству привыкли и по этой стороне попросту не ходят. Но мелочь эту, так или иначе, я думаю, нужно отремонтировать. Продолжаем тему луж и дождя. Сейчас по некоторым тротуарам нашего города так просто не пройти. Как пример, показываем тротуар по улице Свободы. Как видите, частично он сухой, а частично перед пешеходом начинаются самые настоящие водные преграды. А по проезжей части только проходить уже приходится. Видели сами. Получается, что в этой ситуации люди просто вынуждены выходить на проезжую часть и рисковать своим здоровьем. А все потому, что мелочь это без резиновых сапог. Непроходимая. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Випмастер». Красота и выдержанный стиль. «Випмастер». Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке сети магазинов «Ваш дом». Все для вашего дома.